Всем привет, на канале «Мои каникулы». Сегодня я приехала опять к бабушке, у меня белость. Встречаю, да. Пойдем. Ой. Когти твои хаскины. Ой, правда. Ой, пойдем. Ой, и начинается. Ой. Я хотела тот раз заснять, когда я приехала. Да. Мама. Ой. Сейчас, может, попробует, он на меня напрыгнет. Я сниму, какой он по росту у нас на задних лапах. Вот же какая, вот же хаска. Иди ко мне, иди сюда ко мне. Вот это не надо ничего нюхать, твою. Тут все, ну, анализы. Белый. Иди ко мне. Иди сюда. Ой, целованькать. Белый. Смотрите внимательно. Пока, белый. Теперь идем. Белый, мама. Белый. Или как? Я их сейчас не хочу отпускать, потому что у него лапы сейчас такие чистые. Типа такой грязный. Как-то не хочется опускать. О, пух у него здесь. Вот здесь у него пух влезает. А мы его чешем все. Где у тебя лапы-то такие? В чем? Белый. Ой. Да. Беленький. Сейчас будет селфи белым, это уже точно. Все. Только в тот раз. Это называется, я приехала к бабушке с белым. Ты что скулишь-то? Гулять? И что? Гулять? Ой, господи, ты что? Сейчас такая трагедия была, хорошо, что я это все засняла. Если бы я сейчас это не сняла, такой трагедии, это вообще. Белый, ты что, как рванул, я тебя даже не подстегнула. Так, белый, иди сюда. Ко мне. Иди ко мне. Не надо там никаких муравьев собирать. Ой, скажи. Смотрите. Все. Гуляй, пойди. Да? Ой. Желтый, а не белый. Аж с этим вырвал. О, вообще, пошли. Погуляем. Пойдем гулять. Ой. Ай, как хорошо. Идет. Так, ну в парк мы, наверное, не пойдем. Пошли по городу гулять. Вот. Короче, мы тут гуляем. Это я, когда приезжаю сюда, я всегда так подхожу к белому. Даже вечером, хоть даже приедет ночь, я все равно подойду к белому. Так, мы так встречаемся с ним всегда, да, белый? Пошли. Ой. Голубоглазый пес. Ты мой голубоглазый пес. Я люблю тебя до слез. Это я сама придумала. Пошли.
Ну, по парку мне там как-то ленит все выдвигать, не знаю. Я и так, у меня уже есть одно видео, как я с ним лапы чищу по парку. Мы сейчас, наверное, пойдем туда. Пошли. Пошли, пошли. Надо открыть. Ой. Ой, тут хорошо. Весело. Пошли гулять. Гулять. Вот. И так каждый день. Сейчас суббота, мы приехали вот с утра, вот сейчас 10 часов. В 12 я, как всегда, пойду гулять. Это и так ясно. Это белый. Так. Что-то у него по-своему. Пошли. Пошли. Тогда. Ой, фу, да. Короче, все как обычно. Белый, нельзя машину. Ты что, совсем сдурел? Так, куда тебя сводить? А, ай, ладно, пошли, 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 пошли. Ой, я не туда. Пошли, 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 пошли. Пошли, 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 пошли. Пошли, 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 пошли. Пошли. Смотрите. Хоп, хоп. Хоп, белый. Хоп. Оп. Иди, иди. Иди туда. Иди, иди. Ой, у меня тут гламур, на него этот плавичок. Собран, он тут свои заначки раньше прятал. Сейчас я у него вычистила, у меня тоже есть видео. Так, сеть. Сейчас будем разбираться. Что у тебя с лапой? Какие-то штучки. Что это такое у тебя? Где ты лазил? М? Беленький. Звезда Ютуба. Звездень. Лапки. Лохашечка мягкая. Давай, хоп. Он так прыгает прикольно. Так, ничего тут не нюхай. Иди сюда. Сюды. Ну, сарай, сами видите. Он ну, скоро так развалится уже. Старый сарай. Пошли. Пойдем. Пошли. Ну, по городу еще раз пробежимся спокойненько. Так, давайте я вас поставлю. Видно? Пошли. Побежали. С вами была Алина и... Так, прощаться надо. С вами была Алина и мой друг Белый.